О, ништячевский, слушайте, он нормально поспал, мы прям до утра проспали, сейчас еще по времени, 6 часов утра, и вот так вот светло, прям какой-то, не знаю, малиновый закат из песни Макса Коржа, слушайте. Просто обычно, когда зелененький значок сна, а он до сих пор, типа, зелененький значок сна, что это точно значок сна, ну подождите, там какая-то муха дохлая нарисована, или это типа значок, что я наоборот бодрый, я не могу понять, черт его знает. Да нет, похоже на кровать. Ну я вроде это спался, он, короче, просто обычный, когда значок зеленый, он спит не очень много, из-за этого я просыпаюсь где-то часов, наверное, в 5-4, и как бы по ночам играть в ЖК это просто убийство. Но сейчас прям Не хорошо спит, поспали, так прям что бодрячок. носишься? Так, ладно, здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего Блин, канала, меня зовут Миска, Нейт Гвард. Ну что ж, я же ребята, готов новая твою серия по посылку ЖКанчику, сжать, если если продолжаем нужно. играть, собственно, историю потрясающего ЖКана. Прибыли на окраины, так сказать, территория, которая не так важна по сюжету, но очень важна, так сказать, по геймплею, потому что здесь много всяких интересных вещей открывается, и механик, что очень важно. Сейчас я одну из них продемонстрирую, потому что между сериями, так сказать, тут пытался разобраться, во-первых, с этими антикварными вещами для скупщика, во-вторых, разобраться с другими механиками, которые в игре появились. Так вот, ну, перед этим, как обычно, я по традиции прошу вас прожать лайки, комментарии написать, колокольчики перепроверить, потому что как бы, ну, актив, все дела, ну вы в курсе. Плюс там еще в описании ссылка есть на Инстаграм, Дискорд, группы ВК, там мемы выходят, вы, короче, знаете, просто актив, везде подписка, просто для того, чтобы у вас были запасные варианты, иногда они приходят оповещения, как бы они приходят в других ресурсах, чтобы вы просто имели в виду и знали. Мне, кстати, недавно YouTube порекомендовал дублировать посты видоса типа в сообществе на YouTube. То есть серия выходит, и дублировать ее еще, собственно говоря, в сообщество, и именно таким образом, возможно, будет лучше отрабатывать именно эта публикация. Но посмотрим там по ходу дела. Короче, все, продолжаем играть Жикана. Хороший белый день. Так вот, значит, по ситуации с антикваром. Оказывается, что на вещах, которые на продажу, на них, короче, все подписано. То есть, ну, как бы радиостанция, бла-бла-бла, до хера весит, заинтересует разве что скупщиков барахла. То же самое вроде бы написано было на какой-то херне от машины. И еще вот что самое интересное, я нашел рацию, здесь стоящую на столе у капитана этого местного. Армейская рация, радиус действия 5 километров. Думал ее уже продавать скупщику тоже, но настраивается на достаточно широкий диапазон частот, на которых иногда можно поймать довольно интересные вещи. Это геймплейная, короче, фича. Это не на продажу штука. Ее, типа, можно активировать и с помощью можно находить разные вещи. Сейчас как раз таки воспользуемся и посмотрим, как это дело все работает. Так, значит, в антре я кое-что нашел. Радиостанция сломанная. Получили 3 косаря. Приятно, прекрасно и так далее. Теперь мы берем, значит, сухари, закидываем в ротен, да, потому что жрать охота. И во-вторых, активируем потрясающую рацию. Если я ничего не путаю, нажимаю использовать. Ага, вот у нас есть, собственно говоря, канал, и позвать напарника к себе можно через... Если у тебя есть напарник, то можно позвать его к себе, если он на локации. И, предположим, его оставили в деревне, то можно его, собственно, призвать к себе. Это очень сильная опция. Приказать напарнику остаться на месте, приказать напарнику спрятаться. И, собственно говоря, слушать общий канал. Ну, поехали. Кто-нибудь, помогите! Братцы, выручайте, подыхаю! Нихера себе, получены координаты, проклятый тайник. Проклятый тайник? Что? На локации есть проклятый тайник? Нихрена себе, находится черт знает где, типа там просто мочканули, кто его там ёбнул-то? Там чисто поле, как бы особо ничего нету. Хотя, есть подозрение, что контрабандисты обитают в основной своей массе, это деревушки. Возможно, какого-то чувака просто пришили, я не знаю даже за что. Слушайте, это было интересно, а повторная активация возможна ли на этой локации? Я же все прослушал. А, понял, понял. Все, 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 все. Братцы, выручайте, подыхаю. Все, вопросов больше не имею. Короче говоря, надо разочек использовать на локации, дальше, в принципе, все. Так, набрать сейчас, наверное, до водички повторно. Торговать нет смысла, и просто помчали. Ну, сейчас основная задача находится на, собственно говоря, бывшей пожарной станции. Дальше мы смотреть по ситуации. Тайники, скорее всего, в любом случае проверю, потому что на локации вполне возможно будет что-то жирное. Вот, относительно пока что транспорт у нас голяк, то есть нет у нас подшипников. Нужно найти сейчас колесо, последние подшипники. Я, в принципе, смогу починить тачку, и на колесах уже будет гораздо проще по этой локации передвигаться, потому что она колесная. Ну, то есть без колес здесь ты никто звать тебя никак. Вот приходится вот такие перебежки устраивать. Ну, для меня как бы это долго, а для вас это просто миг. Давайте даже задействуем старый добрый телепорт, почему нет. Так, отменяем телепорт, вот эти вот, возвращаемся на локацию. Тут слишком много всего интересного. Во-первых, мы нашли трупак. Я как бы никуда не полетел, остался на месте. Тут у нас сиплы валяются, контрабандист мертвый. А вот там какой-то типулик у нас, на которого среагировала кукла. А еще у нас там какая-то аномалия сумасшедшая. Я буквально метр прошел. А, здравствуйте, это зомби что ли? Ёб твою мать, а че он? Ты что, что с ним нужно делать?
Кукла, инфу дашь, кукла? Говори понятнее. Ничего не вижу. А про него, про него, про него. Уже... Блять, это куколка, нужно было побыстрее среагировать. Походу, просто за амбарь нужно было его валить. Прикольно. Да, весело. Во-первых, я шел, короче говоря, и почему остановился от телепорта, я заметил здесь тачку, вокруг которой миллиарды аномалий, я попытался в них пройти, но это невозможно. То есть я смотрел с помощью детектора вокруг, все, там прохода нету к этой аномальке. Возможно, нужен артефакт, который будет разрушать аномальные поля, и тогда сможет попасть к этой машинке, там, возможно, что-нибудь есть. Вряд ли это просто объект такой, типа машина, и вокруг столько аномалий. Во-вторых, был тут парень, а в-третьих, был, собственно, зомби. Поэтому наш телепорт был, как говорится, остановлен. Проверяем инфосиплова, сейчас, собственно, прочтем. Для начала нужно разобраться... Да-да-да, с вот этим типом. Здравствуйте, мистер зомби. А где он? А где он? В смысле? Чё? Так она, может быть, не про зомби говорила, а про что-то наверху. Либо он не заспавнился. Здесь в прошлый раз зомбарь был, а сейчас здесь ни хрена нету. Блин, он походу под текстурой респанулся. Обожаю скрипты Жекана. Раз сработал, два раза не сработало. Так, но здесь, скорее всего, ничего. Там кабанчики пасутся. Снизу низинка, блин, ну тут, наверное, пока сюда лезть не хочется, иначе я сломаю полностью, так сказать, все передвижение. Ну, дружище, ну как же ж так, ну ты же должен был здесь появиться. Бля, а ну, что она здесь вообще увидела, секундочку, может на карте помечено? А, так она мне пометила здесь тайник, еще и тайник сзади пометил этого сиплого, так, подождите. Так, может, суть не в зомби была, я зря, типа, за ним гонялся, это просто был случайный зомби, который здесь появился на рандоме. Так, а тайник-то где? Это не тайник, это не тайник. Я думал, это тайник. Но он должен быть здесь, на дереве, камон. Ну и где он? А, это есть тайник, блять. Просто от вот одного, как говорится, вида с деревом. Потрясающе. Так, сало, артефакт каштан, как раз таки, по-моему. А, нет, это другой артефактик. Радиация минус просто миллиард. Кровотечение, радиация плюс 20, телепатия. Прикольно, можно, в принципе, себя его прицепить. Правда, радейка пойдет в гору, но мы сейчас, наверное, вот так сделаем, отбалансируем. Правда, действительно, у нас теперь проблема небольшая есть с этим, с выносливостью. Да, она прям улетает. Нет, тогда пока что оба сниму. Нужны, короче, арты на выносливость. Это просто факт, иначе без них я не смогу прожить ни секунды. А значит, тайник Сиплова находится здесь около кабанчиков, которые, скорее всего, его и вальнули. Судя по этим крикам кабанов. Блин, ну я бы на их месте ко мне не лез, типа, я жесткий. Ну они тоже не пальцем деланы, я бы сказал, да? Вот так между нами, девочками. Да ебать! Как будто пуля упирается вообще, не знаю, в невидимый барьер, я не могу добить. Раз. Два. А, вон тут, кстати, зомби, который вышел. Тихо, родной, не стреляем. Спокойно. Блин, я на два фронта развою, там как бы и зомби тут. Кто-то просил экшен в комментариях, получайте. А ты говорили, что Жекан, это больше похоже на какую-то адвенчуру, где только квесты за... Вот, блядь! Есть экшон! Так, мистер зомби, простите, надеюсь вы... Да ёб твою мать, а что с ним не так? Либо у меня что-то не так с прицелом? Либо я хрен его знаю. Мать твою! Либо он какой-то бессмертный, может это бессмертный зомби? Нет, он явно получает урон, а просто не умирает. Я не знаю почему. Давайте попробуем сейчас дробаш в действии. Алло, дружище. Ты в порядке нахрен, нет? А он не умирает. Он в натураху не откидывается. Все, ты слипся. Мертвый. Я уже ничего не чувствую. Так, инфы про него нет. Просто зомбированный, просто ножик. Просто МРЕ. Псы, блин. Это реально просто зомбарь, как бы без каких-то подноготных. Он здесь просто появился и просто пошел на меня. Вот так вот много раз слово просто. Что-то нихера это не просто. Так, тайник. Тайник Сиплова. А в нем артефакт корона. Блин, столько артов находим интересных, да? На них можно, конечно, подниматься у скиданчика в плане торговли, то есть деньги заиметь, когда вернемся с локации на кордон. Но беда в том, что мне нужны арты на выносливость. То есть деньги деньгами, как бы, нужны более интересные плюшки. Но я так понимаю, инфа, которая была там в дневнике, это как раз таки инфа про тайник. Ну да. Холм недалеко от КВП, рядом кабаны, осторожный кабар, рюкзаки. Это понятно. Так, ладно, активация этого. Повторная активация телепорта, поехали. Так, ладно, здравствуйте, мы, собственно, вернулись к этой, к станции. Я на всякий случай подрезал немножечко звук в минималку, просто потому что слышу здесь...
Здесь мусора, выпускай собак. Что? Какие мусора? А, знаешь, контрабандисты все-таки здесь есть. Выпускай собак. Ой, ты мои хорошие, побежали. Ты на них посмотри. Воу-в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 оу. Блин, я не готов с таким объемом собак воевать. Вот в чем беда. Там, короче, звук какого-то радио советского. Я решил немножко подрезать общее звучание. Просто, чтобы, говорит, не кинули авторское право, потому что вы будете смеяться, но бывает авторское право даже на, типа, не знаю, радиостанции различные, которые в те времена выступали. Да какого ж хрена? Минус 2 положил. Все, тихо, чисто. Ну, значит, нашли мы потрясающих этих ребят. Что? Это что за множество, бля, пиздец? Рокки Бальбоа не так быстро бился в фильмах, как эта собака сейчас. Я просто охренел. Блин, надо было больше брать ибупрофенов. Что-то я это продешевил конкретно. Так. Как схера? Я хотел перезарядиться, говорится. Немножко был в шоке от того, как меня присанули. А тут сразу ко мне поджимчик. Потрясающе, говорит. А, значит, за этих ребят мне поднимается карма, да? То есть они нифига не хорошие ребята. Просто минус 2. Боже, блять. Дедовская берданочка что творит, а? Так, нормально сработали. Нашли контрабандюк. Ну, их запасную базу, я так понимаю. То есть, товарищ капитан был, так сказать, полностью прав. Он был осведомлен о ситуации. Сказал, что, скорее всего, возможно, у них есть вторая база. Потому что у этого места есть подземные катакомбы. 8 часов утра стало пиздец пасмурно, как бы. Ну, до этого было гораздо светлее. Сейчас стало все ужасно. Так, у них что? У них у всех ксюхи были. У меня еще минус пулестойкость от того, что надеты артефакты. Неприятненько получается. С особо с ним побивать я просто не смогу. Они, кстати, без лута, без нихера. Чё по стволам? А, ну это... Я даже с собой это носить не буду. Просто это сразу поломанные вдрись. Выкидываем их. Так, ну пошли смотреть. Я думаю, на этой точке сейчас будет дохера чего интересного. Тачка, интересно, целая или нет? С горящими фарами. Хер его знает. Возможно, целая, возможно, нет. Говорится, только вопрос. Ответов у нас пока что нету. Так. Еще буханка стоит, товарищ Ленин стоит здесь тоже. Но мы с ним еще повстречаемся, говорится, с этим Лениным, без шуток. С духом Ленина, он тут будет в виде мутанта, только дальше, гораздо дальше. Это серии через 20, мне кажется. Может, даже чуть больше, просто ожидайте. Так, автомобиль мародеров. Осмотреть мы его не можем, только... Ага. Подойдя, собственно, к нему, мне активировали просто кучу собак, я правильно понимаю? Нет? Собаки где-то за территорией находятся. Понял, лезть туда не буду. Ну, за территорией это не так страшно. Так, что у нас здесь? Опять же, какие-то речи эвакуации. Тайников пока особо больше не вижу. Как, в принципе, и людей. У нас нужная точка по квесту стоит за пределами здания. Аж вот там справа. Но мы сейчас смотрим здесь все. И дома, и сверху полезу, и на антенну. Потому что в этом месте, возможно, дохера всего есть. Не только сюжетного, как говорится. Так, я вижу, как вы там просто отбелесывают глаза вдалеке собачьи. Ага, ага, комната отдыха пожарной бригады, нужен ключик. Понятненько. Так, первое место нашли, только не нашли пока что ключа. Ну, сейчас будем разбираться. Подземные коммуникации. Возможно, это, собственно, в них как раз таки спуск, эти подземные коммуникации. Еще было сказано, что здесь это в каком-то месте радиация фанила жесткая. Это либо на фабрике, либо здесь. Да, по-моему, в фабрике. Вряд ли в пожарной части была бы жесткая фоне от радиации. Хотя моментами что-то потикивает. Ау! Тихо, тормозеджио. Здесь прям жестко впаривает. Критический уровень радиации. Просто критический уровень. А что здесь можно осмотреть или найти? Просто вопрос в этом месте. Это же не просто так радиация, правильно? Или просто так? Ага! Ага, ух ты ж, нихрена себе, масхалатик нашел. Еще второй арт минус радиацию. Та-да-да-да. Так, цепляй сразу на себя его. Ну-ка, в два арта справимся. Даже в два арта не справляемся с радиацией, прикиньте. Но она почему-то меня, кстати, не убивает. Я не знаю, почему. Она натикала в предел, но, возможно, из-за того, что она не может меня убить, из-за того, что, ну, как бы, понижается, типа, сотки, да, там, 95, с помощью артов, и это тормозит ее. Так, здесь у нас тайники. А вот и подшипники. Ну, короче, гратачку мы себе собрали. Осталось найти последнее колесо, как бы, и все. Я бы прям с этой машины снял, блядь. Просто взял бы, открутил бы к херам собачьим. Почему это оно целое? Ну, просто на вид целейшее. Так, здесь ни ключей, я ничего не вижу. Но осматриваем все досконально, мало ли что. Масхалат нашли, я не знаю, в чем его суть. Он не очень дорогой, у нас куда более сильный костюмчик, я правильно понимаю?
У нас кожаный плащик за 27 тысяч. Плащ удобнее только при защите благородного. Также укрытие от сторонних глаз личности носящего. Понятно. Это что у нас? 3700. Охотничий масхалат типа березка. Неплохо подходит для так что у нас? Лесостепной полосы, в которой находится зоне. Короче, он вообще без защиты, без нихера, просто масхалат. То есть, как бы, ну, такое себе. Это для охоты, не знаю, на дичь, наверное. Не для работы в зоне. Так, нам нужно подняться наверх, вот туда. Это понятно, там у нас находится он какой-то брезент. Тачка нерабочая, просто стоит здесь. А вот, кстати говоря, и подземные коммуникации, но они завалены, блин. А я уже к ним шел, думал, сейчас вот я уверен был, что что-то в них будет. Я, кстати, по тайникам в этом месте нихера не помню. А здесь что-то было, по-моему, если не ошибаюсь. Кстати, трупак лежит либо за стеной, либо перед стеной. А тут тайник находится. Тайник же ж? Нет, это просто динамит, который можно подорвать. Мне это не нравится. Надеюсь, он не подрывается по скрипту и не ломает здесь нахрен всю территорию. Было бы неприятно. Так, энергетос. Вход. Здесь в натуре труп лежит, только я не пойму где. Ага. Мы уже разобрались, что не здесь, скорее всего, за забором с той стороны. Блин, надо будет осмотреть его. Просто буду иметь в виду, что он есть. Обыскать ящик. Зараженные пачки сигарет, радиация минус 6, выносливость минус 1. При ношении этого артефакта на поясе, а выкуренные сигареты очистим остальное здоровье. 35 тысяч стоит. Ого! Сам того не знаю, нашел просто уникальный арт. Вообще, как бы, курение, ребята, здоровью вредит, но это какая-то пачка, которая аннигилирует воздействие курения. Так, ладно, короче, пока по нычкам, наверное, обшариваться не будем. А, все урны, это все тайники? Да ладно. Тогда для начала пошли наверх поднимемся, а потом тогда все это дело здесь проштудируем. Блин, жрать хочу. Я когда в большом весе, начинаю прям хотеть жрать после двух перебежек. Неприятное дерьмо порой происходит. Ну там, кстати, обычное радио заиграло, кстати говоря. Может, я зря вырубил музыку? Ну да, вроде бы радио больше не слышно. Там просто до этого играли вот эти вот советские лозунги, там, про аварию и так далее. За них довольно часто авторская права закидывают. Это обычная музыка из сталкера, пусть играет, я не против. Так, пойдем наверх, и, собственно, реквестовое место. Угу. Ну, давайте разбираться. Блять, как же меня здесь вжаривает тоже, здесь тоже точка радиации. Бери груза, кстати говоря, вот так между нами, его же нету. То есть я не знаю, почему так плохо хожу. Давайте, блядь, препаратик ёбну этот DX, чтобы мне полегчало. Я просто... А-а-а, 2 арт на выносливость на минус 36. Все, я понял. Тогда понятно, откуда минус по радиации. Ой, по выносливости, точнее. Так, приборы, аккумуляторы. Причем аккумулятор для того, чтобы работала эта штука. Ящики. Еще ящики. Тут просто патроны. Причем дробь, которая мне очень нужна. Таблетосы. Ну, какой-то научный объект. С каким-то непонятным, не знаю, ацефалографом. Короче, каким-то ографом. Который работал от внешнего питания. Еще было запасное питание в лице, собственно говоря, этой бензовозочки. Так, а что касабельно сейфа? Сейф военных наблюдателей нужен ключ. Ага. А инфы у нас что-то пока что не алло, да? Сейф наблюдателей нужен ключ. Блин, вариантов осталось не так много, на самом деле. Либо вот та хата, либо сейчас подняться наверх, даже не знаю. Я могу его сломать? Слушаешь, ты можешь заткнуться, дружище? Не может, к сожалению. Не поверите, полез наверх к этому радио. Там, во-первых, опять заиграла эта музыка непонятная. То ли с авторским правом, то ли нет. А во-вторых, нас там встретили. То есть, короче, ответ на вопрос был очень прост. Начальник находится прямо здесь на вышке. Плюс он тоже находится опять динамит. Это очень странно. То есть вот тут прям динамит сразу лежит слева. Так, аккуратненько, аккуратненько, в ожидании. Но в прошлый раз сюда тип просто полез и жахнул меня прямо отсюда. Сейчас я его не вижу, блин, как подниматься? Сейчас, если я полезу первым, он меня просто ёбнет, я же правильно понимаю, да? Блин, ну как бы это сделать так, чтобы я не сдох? Тихо, спокойненько, 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 начальник. Обычный гопник с района еще пару дней назад добирал мелочи студентов, теперь промышляет здесь. На серьезное дело не решается, потому что сыт подается внушению. Ага, ну, блядь, что-то внушение, как говорится, не пошло. Он был сразу мне врагом, я так понимаю, с ним можно было бы добазариться, если бы мы пошли по стороне этих андромандистов. Так, ПДА мародера, царский червонец, 3 на монета времен Николая II, очевидно, из чьей-то коллекции. Бам. ПДА мародера, бам.
И, собственно говоря, какой-то костюмчик, а что он дает у нас? Мародеры когда-то присутствовали в зоне, специализируясь на выносе материальных ценностей от бытовых вещей, так то она. А эта куртка оснащена очень вместительным рюкзаком, позволяет носить дополнительные 25 килограмм. Короче, во время перебежек эта куртка просто сказка. А, только нихера у нас по факту не появилось, потому что так как было 85, так оно в принципе стало 85. То есть, как бы вес не поменялся ни на граммчик. Так ты еще и обманщик получается, да? Я, значит, полез, а оно вот так вот. Так, теперь бы спустит! Ладно, 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 я так и хотел, поверьте мне. Так, что у нас там получилось-то? Мы нашли ПДАшку, нашли еще ровонец какой-то, не знаю, непонятный. У нас осталось еще вот это здание и квартирка, которая напротив. Ну и плюс, собственно, мы нашли сам ПДА, у нас отсветился здесь, или мы его просто подняли сразу себе в инвентарь? Я понял, поехали, почитаем тогда сейчас дневник. Ленька, мне тут один кореш по секрету за 5 косарей подсказал, что в подвале пожарной части имеется тайник с оружием. Якобы его туда перед самой аварией привезли для сохранения. Надо эту инфу проверить, ибо если пушки там имеются, то навар на них получится очень жесткий. Ага. Так, ну то, что снизу находятся какие-то вещи, это мы уже поняли. Только там завал, туда пройти просто так нельзя. Вот в чем беда. А где как бы ключ, кстати, пока что неизвестно. Блин, кровоточка. Кстати, кровоточка, скорее всего, из-за артов, опять же. У нас там есть какой-то арт на минус кровоточку? Нет, только вот так вот. По идее, здоровье должно идти в плюс, непонятно. Ладно, так, что у нас здесь в этом помещении? Блять, а, я забываю снимать их, зараза. Очень жестко поддушивают они, конечно, выносятся. Минус 36 пунктов, это прям сильно. Что у нас здесь? Ключей нету, сейф абсолютно пуст. Вторая комната тоже не алё, вообще ничего. Здесь только можно поспать, а место для отдыха, тайников не вижу. Блин, ну я осматриваю все как могу. А! Ни хрена себе, тайничок был. Но тайник прям вообще очень жидкий. Мне кажется, это база как раз-таки для тех случаев, если бы ты играл реально за хорошую концовку. Вы за хорошую концовку, в смысле, это за контрабандистов. Требуется ключ. Это явно вход в подвал. Нихуя себе, ты, конечно, эксперт, блядь. Как бы, я понимаю, что эксперт это бывший перт, потому что он как бы эксперт, но настолько быть экспертным, это, конечно, страшно. Так, а здесь тоже заперто, все закрыто. Блин, может спросить у куклы, что-то как? Ничего не вижу. Слышишь, родная, а ну-ка, инфа нужна, что дальше делать? Что мне делать сейчас? Давай, быстрее! Молодец, ты достал планшет с картой, ты уже посмотрел его? А, она мне еще до сих пор про карту с этой с первой локации. Да, там пометка на ней не агропром. Это шанс его на камереру, да, пойду как только смогу. Все. Окей, давай быстрее. Так, это по поводу планшета. А это задание у нас сейчас как называется? Обыскать пожарную часть. Нежданный гость, да? То есть можно сейчас ее за это спросить, окей, как говорится. Она нам вполне может помочь. А, у меня есть задание, есть сырок. А, у нас все сырки уже прогнили. Блядь, да ладно. Они, по-моему, даже стоят по 200 рублей, да? Бля. У нас все сырки, короче, которые были, все прогнили за радиации. Да ёпс тудей. Ну что за дерьмо? Стараешься, потеешь, блин, оно вот так вот. Но это вообще не весело. А она, короче, за прогнившие сырки не дает подсказок вообще никаких. Так, здесь ничего не вижу. На верхотуре лифта тоже ничего не вижу. Сейчас бац, здесь тоже заперто, тогда просто вариантов как бы... Нет, останется еще один вариант. Ага, но здесь не заперто, здесь у нас труп лежит и тайник находится. Подожди, я не могу осмотреть его или еще? Ни хера, не понял, ну ладно. Что? Какая-то кукла заорала. Вы это слышали? Так, а здесь звук сейчас стоит нормально, я что-то забыл, или стоит тихий? А, стоит тихий. С этим звуком, конечно, заеб странный. Так. Я так понимаю, именно в эту комнатушку мы должны были идти, да, изначально, чтобы что-то найти. Ключик там, может, какой-нибудь пианино. Заиграла. Так. А, вот и документики. Документы. Так, документация, собственно, командира на чистую воду найти ключ. Ага. Сейчас мы только документы для начала прочтем, потом ключ поищем тоже. Что у нас здесь? Пока нихера не видно. Ничего, ничего, ничего. Просто одно большое ничего. Магнитофончик. А, я включил магнитофон самолично! Нет, отключись! Нет, 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 нет! В части игры мы играем, собственно, без звука. Только с моим пиздежом, потому что, как бы, ну... Здесь я теперь врубил еще дополнительную музыку с этой хаты. Неприятно получилось. Так, ладно, что у нас там по информации? Мы нашли какую-то документацию, давайте прочтем. Инфа хмыря. Это не то. Инфа хмыря, инфа мародера. Вот, инфа пожарная часть, часть документа командира.
Чертовы военные со своими оружием. Я не в состоянии обеспечить сохранность их барахла, они еще автоматы своим не пихают. Он их часть скоро расформирует, надо где-то перекантоваться. Бред, знакомый из штаба сказал мне, что никто из этих охламонов распускать не собирается, хотят просто засекретить. Чем они там занимаются? Впрочем, до лампочки. Главное, чтобы не вскрылось мое дело, мое небольшое хобби. А на всякий случай вывести из строя передатчик на вышке, чтобы сымитировать обрыв связи. Это тяготит процедуру. Здесь будет много народа, а еще я не убрал все вещи из сейфов. Там будет храниться их пукалки. Надо поспешить, все-таки вещички насобирались редкие. Техника, импортная одежда, антиквариат. И почти ничего не фонит. Почти. Ладно, надо поторопить Ордынцева. Небось, снова засел телек смотреть. Заставлю его под покровом ночи перенести все добро в мой москвич. А потом вывести как списанный инвентарь. А ключ от арсенала спрячем в своем личном тайнике под бюстом Ильича, который у штаба стоит. Ага, спасибо. В тачке он сказал вывести... Вот в той, так она ж не уехала, братан, она здесь стоит. Может быть, в ней тоже есть что-то интересное? Странно получается. Так, значит, товарищ Ильич, под вами целый тайник. Блин, нужен ли мне этот масхалат весом 3 килограмма, блин? Мне бы, конечно, артик какой-нибудь на выносливость, была бы прям вообще сказка. Так, под бюстом Ильича тайник, он сказал, постамент. Я пока... А-а-а, ни хрена себе заховал. А тут у нас ключик от чего? От пожарной части. Здравствуйте. А он многоразовый или типа только одну открывает? Слушайте, сейчас... Давайте тогда здесь сейчас дадим сейф. Просто у нас дверей от пожарной части была куча. И здесь была, и которая вниз спускается. Ну, как бы... Интересно бы прознать, какая верная. Так, это что у нас? Комната отдыха. Нужен ключ бригады. Ага. У нас ключ исчез? Нет, ключ остался. То есть ключ начальника открывает вообще все, короче, да, все двери, типа, в этой пожарной части. Не пугай меня так, чуть не обосрался. Так, тайников здесь не вижу. Кстати говоря, тут нет тайников на крышах, такого ничего нету? Мне кажется, должно быть, это же кан. Какой-то сейф, точнее кейс, а вот и сейф. А в сейфе находится уникальный ПДА, второй уже такой. Я первый нашел еще на первой локации, так что не проблема. Продадим ли вам случае? Так, обыскать ящик, в ящик, блин, тут просто сигареты, рили, огромный как бы кейс, похоже на нечто сверхважное, и в нем такая вот чешура, а здесь просто морфин и все, вы что, издеваетесь что ли? Ну я не про то, что как бы плохо, что здесь такие объекты лежат, но просто в чем они лежат, как бы они действительно находились, ну... Такой вещи, которая хранит в себе обычно какие-то сверхважные тайны. То есть у нас был замок. Замок закрытый, собственно говоря, ну, там, дверь, все дела, решетка. Еще вот такие кейсы, и в них такая чушь. Ну, это даже как-то неприятно, что ли, получается. Так, спуск вниз, пошли сейчас проверим. Что у нас там находится? В этом спуске вниз. Там у нас прохода нема. Здесь вроде как он сказал, что тайник с антикварным оружием. Ну, проверяем. А, нужен ключ от подвала. А, от подвала нужен ключ. А у нас ключа от подвала нету. Только ключ контрабандиста. Так, ключ контрабандиста. А что он должен открыть у нас? Там у нас вроде бы все открыто уже. Там мы открывали. Еще есть вышка и труб, который валяется там. Еще, возможно, там что-то есть. Какие варианты у нас еще имеются? Подняться наверх? Вот там вроде бы все не было ничего заперто. Там были только сейфы. А от сейфов у нас... Хотя ключ контрабандиста вполне сейчас возможно откроет эту штуку. Эх, как бы я хотел все-таки заиметь что-то на выносливость. Прям плачу и плачу. Блин, конечно, можно жрать DX, блин, спокойно. Наверное, спокойно можно жрать, но такое себе. Они рано или поздно кончатся, и на этом все. Как бы сказочки конец, а кто слушал, молодец. Блять, ну это просто, это заебывает конкретно. Ладно, если у меня был перегруз, то я вообще, типа, далеко за гранью перегруза. Я все равно, как бы, ну... Бегаю очень херово. Так, а, здесь был сейф и... А-а-а, вот от чего ключик. Планшет наблюдателя. Угу. Значит, добавлена радиостанция на вышке, добавлена метка, нетронный гость. Но это считается бесполезным. Отсюда лучше читать это через дневник, потому что сейчас оно все исчезнет, как и все, и пипец. Отсчет наблюдателей. Данный наш вертолет из группы упал где-то неподалеку. Радист засек слабый сигнал военного аварийного маячка, но вскоре он был утерян. Мощности нашей радиостанции не хватает. Сержант высказал идею. Использует в качестве антенны большую радиовышку, расположенную рядом с пожарной станцией. Он полез туда и обнаружил, что для нормальной работы необходимо поставить на станцию специальный модуль-усилитель. Свяжусь со штабом, попрошу выслать такой, ну и пока ищем здесь на пожарке. Ага. А у нас что с квестом обновился? Доложить капитану Чернову. То есть нужно вернуться обратно сейчас. А через рацию я это сделать не могу, да?
Блин, печально получается. То есть тот дядька, который валяется там снизу, это парень, который хотел настроить станцию, но свалился вниз. Они хотели вот эту штуку перенастроить. Хотя это больше похоже на какую-то метеостанцию, нежели на радиостанцию. Но, как говорится, им виднее. Так, но ключа от подвала мы так и не получили. Вот в чем беда. Сейчас опять челнок вернуться обратно, поговорить с Кэпом. Он даст нам как бы указание, только после этого вернуться обратно сюда. Возможно, получим ключ для вскрытия этой точки. Вот такие, конечно, челноки я не очень люблю, но что поделать. Так, ну я, короче, сейчас пока мы здесь, что надо, ну, далеко не ходить, некоторые секреты сразу посмотреть, потому что тут у нас метки находятся очень странные. Причем метка по телепорту наверх радиостанции, но вроде пока туда рано, я так понимаю, да? То есть доложить Чернову, мы потом еще поднимемся на эту штуку. Ладно, сейчас сразу проверю, чтобы потом, говорится, не ебаться. Во-первых, здесь труп лежит, очень интересно, сейчас проверяем его. Я, собственно, хотел это сделать с самого начала. А, получили инфу кваса. Теперь по поводу телепорта. Если я ничего не путаю, это телепорт заднего входа. Как бы это странно не звучало. Кстати, хавка кончилась, надо покушать немножко. Сейчас вроде стригерится, появится вот там сзади. И если к нему типа идти очком, прям жопой, прям, говорится, с шоколадным глазом в него заходить, то он вроде как тебя перекинет наверх, если не ошибаюсь. Ну, да, да, так и было. Захочешь слезть, спустись по тросу. Так, это мы сейчас сделаем. Значит, у нас тут кейсик находится. В кейсе чисто прицел, как раз таки для калаша, для нашего того второго. Это хорошо. Радиостанция, кто-то здесь уже поковырялся. То есть кто-то уже ее перенастроил, но мы ее, короче, трогать не можем. Пока что, вроде как. Но теперь самое интересное, это скрипт по слезанию с троса. Да. Как говорится, за это бабки отдавали, чтобы мы вот так спустились. Так, вот там у нас вроде никаких тайников не должно быть, хотя в этих чащах до хера чего есть. Ну, там и кабанов до хера есть. Ладно, это, короче, мелочи пока что. Я предлагаю дальше не лезть, иначе просто, ну, сломаем действие. Бля, я упал! Сейчас придется всю базу входить, за что? Ладно, нычки зато проверим, что какие-то тут нычки по углам есть. Короче, сейчас возвращаемся к нашему капитану, с ним базарим, узнаем, что он хочет от нас, и только после этого занимаемся всей этой базой. Потому что, ну, лезть просто так, ну, Жекан просто весь скрип... Бля, лучше бы я через эту пошел. Через базу. Твою мать. А я еще и перегружен, так понимаю, да? Кстати, перегруза-то особо нету, а че у меня за беда такая? Я вообще не могу бежать нихера. Типа, я вот делаю микрорывок, и силы кончаются. Просто все на скрипт так, сейчас я полезу куда-то своим носом, да, не в том череде, не в том череде. И игра сломается. Нам это что? Нам это не нужно, правильно? Это, правильно, конечно, будет очень жестко, надо чинить, сейчас тачка будет. У нас не хватает, по-моему, последнего колеса. То есть подшипники я нашел уже даже два штуки. Нехватка четвертого колеса, я бы сейчас починил машинку бы. Настраивать на БТР, не хочу ремонтировать, это вообще фигня полная. Мне главное сейчас получить машину. То есть машина, которая в деревушке, но, блин, не найти последнее колесо, я в душе не чаю. Я бы, конечно, затарился, но, к сожалению, как бы негде, нечем и так далее. Так, ладненько, что у нас здесь? Обследовал пожарную станцию, наткнулся на мародера, пришлось пристрелить. Много их там было? Да не очень, у них главного была инфа о том, что там смотрят на какое-то оружие, но я ничего не нашел, конкамеристов тоже не видел. Что еще там было? Что-то вроде наблюдательного пункта, там еще нашел о записи военных, в которой говорится об упавшем вертолете. Ага, помню эту историю, месяц тому назад где-то здесь прилетала вертушка с эспинадовцами. Наши выслали несколько поисковых групп, хотели засечь сигнал, однако ничего не нашли. Угу. Возможно, стоит поискать вертолет. Так, а я так понимаю, здесь у нас пока что никаких вариантов нету? Аномалии. А, тьфу, блин, тут про то, что мы засекли их, я что-то не сразу понял. Наверное, этот вертолет упал недалеко отсюда. Слушай, Жекан, если сигнал был, то это, наверное, хорошо. Военные аварийные маячки могут работать очень долго. Можно найти этот вертолет. У вас тут есть радио? Есть необходимый мощный приемник с усилителем и очень крупная антенна. Кстати, за пожарной станцией вроде есть радиовышка. Может, вызвать ее? Как ты предлагаешь это сделать? Забраться туда, отключить радиостанции и просканировать диапазон коротких волн. Легко сказать. Пришла информация из штаба по этому кабану, типа, очень хитрый тип. Раньше занимался мелкими аферами, разводил людей и фирмы на бабло. За что я отсидел? Год назад вышел на свободу и сразу направился сюда, в зону. Видимо, решетка он обзавелся знакомыми, которые порекомендовали его нынешним хозяевам. Все это заставляет нас сделать вывод о том, что искать надо его в необычном месте. А в каком? Ну, в необычном, сейчас я тебе объясню. Один мой разведчик недавно наткнулся на малозаметный овраг неподалеку отсюда. Исследовал его и увидел, что там есть вход в какую-то пещеру или нору. Сначала я подумал, что это логово местного зверья, но потом пришла в голову мысль. Они оборудовали подземельное логово? Маловероятно, но проверить надо. Итак, перед тобой две задачи. Первое, наведаться в деревню, поискать радиоспинасов. И второе, прошерстить тот овраг и найти вход в пещеру. Сделаем это и другое. Блин, да сделать-то сделаем, это и другое. Это и то, и другое просто в тысячу раз. Кстати, тут есть реально тайник, куда можно скидывать лишнюю всякую херню. Сейчас поскидываю я, наверное, и АКСУ скину, и вот эти все маузеры скину, и АПСки скину. Воевать все равно буду этими двумя стволами.
Вот, поэтому пока это все поскинем. Короче, ситуация-то в чем? Оно-то все прикольно, все интересно, как бы, вау-вау-вау, но беда в том, что, как бы, мне бы машину починить изначально. Было бы прям намного проще, была бы у меня тачка. Говорят, эти твари по ночам стали. А так я жестко устаю, как бы, и пиздец. Так, ему сдавать вроде бы у нас пока что нечего. Ключ, записка, лопата, башка, это херня. И покупать у него особо тоже нечего, к сожалению. Пиздец полнейший. Вот и где это последнее колесо, блин, искать? Ну где-то, наверное, в деревушке. Вот там у нас еще тайник есть. Вертолет. Месяц два тайника здесь. Буду не меньше. Мне что-то подсказывает, честно говоря, что сейчас, ладно, короче, пошли в сторону, сейчас, наверное, все-таки сюда, контрабандюк, во враг. Что-то мне подсказывает, что все-таки где-то в деревушке должно быть последнее колесо. Ну, то есть, было бы странно, что разработчики положили три колеса, а одно такие, типа, нет, не положим. Скорее всего, в нашей деревушке должно быть и третье колесо, как бы, ну, это, ну, не 100%, но с довольно большой вероятностью. Сейчас мы проверим овраг с бандюками, потом там, кстати, проверим тайник за территорией. И поищем колесико. Я уже вижу кучу трупов наверху, это раз. Во-вторых, блин, у нас из-за плохой кармы очень много тварей понарождалось. Все-таки я немножечко не отбалансировал ее. Она мне сейчас в небольшом минусе находится. Моя кармочка. Поэтому тварей многовато получается у нас на картах. Они все атакуют меня. Из-за того, что я плохой человек, по мнению этих потрясающих мутантов и зоны, как говорится, в целом. Так, ладно. Трупы я вижу. Лагерь здесь тоже вижу. Людей пока не вижу. Блин, а как наверх-то подняться? А, через экскаватор прыгать, может, придется. Здесь у нас отдых и какой-то кейс. Нихера себе. Здравствуйте. Не-не-не, не спать, поэтому успеем. Ящик. В ящике находится электронный блок. Заинтересует разве что скупщика барахла. А, фу, блядь. Ну, это просто смешно, как бы. Такой электронный блок лежит красивый в таком белом ящике. Как бы думаешь, что что-то прям квестовое, оказывается, это просто для денег. Там, блин, за 1000 рублей нам его дадут, да и все. Да, блядь! Ну откуда здесь столько пиздеца? Не настолько плохая карма, что прям вот настолько все было. Так, что у нас здесь снизу? Я бандитов не вижу пока что, но они здесь есть. Я помню, что там как-то надо было прыгать, чтобы попасть наверх. Наверх нужно попасть, там просто трупы валяются, которые мне очень нужны. Ладно, сейчас будем разбираться. Я просто окраину прям плохо помню по квестикам. Так что работаем, грубо говоря, на ощупь. Тайников здесь не видно. Я вижу здесь только... Что это? Какого хера? Желтая обманка. Очередное упражнение зоны интересно тем, что при активации дает непредсказуемый результат. Чтобы активировать обманку и переместить ее в один слот, зажмите и поддержите клавишу стрельбы. О, нет! Пока что я не буду активировать желтую обманку. Она может дать, как говорится, и плюс, а может дать мне и пизды. Это просто правда. Так, здесь раньше вроде тайнички какие-то были. А теперь здесь... Ни хухуя, ни хуа. И входик, собственно говоря. Ага, классно! Входик-то 10 из 10 на кончиках пальцев. Он заперт, блин. Обманка. То есть надо реально лезть наверх, получается. Тут нам снизу особо ничего не светит. Внутри этой штуки тайника нет, но мы туда, в принципе, залезть-то не можем. Хотя раньше вроде могли, что я располнил. Так, антирадов у меня дохерища. Вот что-что, но этого у нас хватает. Возможно, без вертолета, то есть не в том порядке я пошел делать. Нужен сначала вертолет, потом нужна вот эта вот точка. А, там трупак подвешенный. Блин, ну... Я хрен знает, кто залезть. Нужно попасть наверх, это очевидно. Там трупы были, там была куча трупов наверху. Но как попасть на этот верх, я в душе не чаю. Вряд ли тут можно как-то обижать. Там какой-то выступ странный торчит. Бетонный, как будто на него надо запрыгивать. Труп вряд ли оторвется. Вот зараза, а. Вот и сиди, думай. Как оно делается, все это дело. Здесь нихера. Опа, кстати говоря... Блять, нет! Минус. Кстати говоря, между нами, пацанами. А, так все как. Спасибо экскаваторам за это. Так. Все оказалось немножко проще, чем я подумал. Тайников здесь не вижу, упасть не хочется, но проверить кабину стоит. Там может что-то быть, но, наверное, не сегодня. Я понял. Но я проверил просто для себя, чтобы быть спокойнее. Чтобы лучше ночью, говорится, спалось.
Так, вход у нас закрыт здесь, с этой стороны. Бляха. Трупы-то все, походу, снизу. В подземке в этой. Вот и как в нее входить, неизвестно. То есть первый все-таки пункт перевалочный для нас будет, это именно вертолет. Надо было им заниматься. Ну, кто же знал тоже, да, мы ж не знали этого. Это база наших военных, да. Зараза. Ну, ребята, неправильный курс выбрали, так бывает. Ладно, отчаиваться не будем. Значит, сейчас тогда пойдем в деревушку. Постараемся найти в деревушке. Кстати, они наверху ли здесь? Я видел упавший вертолет в натуре. А в чем проблема-то? Подождите. Какая разница? Или все-таки скрипт? То есть я могу и без пилинга его найти, правда? Правда, это сейчас может сломать нам к чертям собачьим скрипты, как это довольно часто бывает в моих прохождениях. Но не проверить это я не могу. Вдруг сейчас сработает. Я вертушку и так видел с самого начала, когда мы сюда падали. Да-да, там зомби ходит. Угу. Ну, как раз сюда есть ход у нас в деревню. Постараюсь там поискать четвертое колесо. Подшипничек есть. Пиздец! Это что, шутка, что ли? Почему здесь зомби такие бетонные? Калибр как бы 7,62. Жесть. Просто жесть. Так, тайников не вижу. Ну, вертушка это явно она, которая спецназа, но скорее всего, да. А смотрите, вертолет. А, нет. Внутри никого нету. Блин. Ну, что-то открылось. А что открылось-то? Ну, и он, собственно говоря, неюзабелен. Как я обожаю сталкера с его скриптами, бля, вы бы знали, ребята. Сталкер не поощряет, как говорится, когда ты делаешь что-то не по порядку, к сожалению. То есть, весь порыв исследователя на корню рубится, к большому сожалению. Ящик не открывается, пока ты не сделаешь определенные действия, которые ты должен сделать. Да, это, конечно, прям немножечко дезморалит. Мне говорили, здесь, кстати, какой-то труп еще валяется, интересно, где-то за территорией деревушки, мол, поди посмотри. Блин, ну, должно быть последнее колесо. Я не знаю. Мне кажется, надо просто поискать, и я его найду. Если бы мы починили эту тачку, я был бы просто счастлив, и все. Тут вот малышку. Нужен ремкомплект. Да у нас он есть, у нас колеса нету. Вот в чем беда. Сейчас, кстати, возможно, играю, скину мосинку, потому что она перестала работать, и заберу свой этот калак с прицелом. Да, так, наверное, и сделаю. Мосинку пока скинем. Что-то она против местных тварей не очень хорошо действует, поэтому не вижу в ней особого смысла, честно говоря, здесь. Ремкомплект. Да, у нас три колеса, хоть усрись. Бензин есть, как бы. Это пустая канистра, вот канистра с бензином. Аккумулятор тоже есть. Блин. Должно быть это здесь, должно быть. Просто это очевидный фэкт. Это было бы настолько странно со стороны разработчиков, сколько это вообще, в принципе, возможно, согласитесь. Так, антирадиация сюда. Кстати, нахера не скинул масхалат, я же скидывал его. Блять, я скинул свой плащ черный. Какая жесть. Я думаю, что за херня? Аккумулятор. Колесо, 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 подшипник. А, бензобак у нас тоже был, но осталось колесо еще одно. Прям грусть. Здесь тайник еще какой-то лежит, давайте надо проверить, что ли, его. Дайте колесико, ну пожалуйста. Ну все себе как не люди-то. Оп, калашек готовый. Так, а тайник-то здесь, в этом месте, я не вижу нихера. Под сидушкой, что ли? А куда заховали? А, вот тот. Нихера себе заховали. Ну, у меня ничего ценного не было, к сожалению, к большому. И колес здесь я тоже не вижу. Что-то я прям на дизморальке, знаете ли, поймался. На конкретной причем. Когда пробежал круг и не нашел вот буквально 10%, которые бы изменили твою жизнь.
Просто капец. Ладно, ребятки, давайте продолжать изучить эту серию, честно говоря. Слушайте, давайте немножко передохнем. Потому что я снимал, кстати, серии одним залпом. Может быть, из-за этого я подзаебался к концу третьей серии. Серии получились небольшие, но опять же говорю, что я снимал все это залпом. Возможно, так лучше не делать. Лучше вдумчиво снимать большие часовые серии, там, раз в день. Вот люди, опять же, просят, типа, снимай больше видосов, да, в день. Но ты к, там, не знаю, к третьему часу, четвертому просто конкретно устаешь. Физиологически, да? Потому что все мы кто? Все мы люди. Поэтому такая ситуация получается. Так, а ну, иди сюда. Сейчас тут быстро проверю окраину. Что-то лежит здесь, какой-нибудь трупецкий или что-нибудь такое. Какой-нибудь тайничок тайный. Место-то интересное. Нет. Ни трупов, ни тайников, ничего здесь нет. Только переход на локацию, которая у нас пока что заперта. А, ну и здесь просто совсем конец локации, я понял. А-а-а, не зря поднялись. Опа, так он хороший. Сейф излома, это его сейф. А как с ним поговорить? Дружище. Интересно, куда это он? Ну, он вроде не атакует, я не знаю. Мне кажется, если я убью его, я заберу у него... Может, не разговаривать, потому что у меня карма плохая. Нужно поднять карму, чтобы вскрыть его сейф. Слушайте, ну, говорить он не хочет. Либо скрипты сломались, но вроде скрипты нормально работают. Вполне возможно, что он с ним разговаривает, потому что у меня карма пониженная. Но он прям не говорит. А ну, момент. Ну, рука есть, но не ключей, ничего. Я просто для проверки, я переиграю потом, бесспорно. Просто, ну, как бы, нужен сейф, нужен код, он нам не говорит, не хочет с нами разговаривать. Ладно, ладно, ребят, на этом тогда заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, всем удачки, пока-пока.